Привет, дорогие друзья! С вами снова Серафим и Монстр Тол, которые как бы в компании Дэйва Стаффорда и Коди Гриллза покоряют космос, собирают топливо на лунах и ищут леса Строуда. Совершенно в общем, верно. Вот эта штучка, помните, мы в прошлой серии насобирали топливо. Вот сюда заходите, вот видите, фьюэл. Вот, то есть зарядить все это дело. Вот, фьюэл, полосочка топлива. Ну, допустим, берем. Вот, 219. Раз, видите, все есть. Оно даже само как-то заряжается. Не, это ты пока пхаешь туда, в запас, а потом кнопочку фьюэл нажать, и будет вот так вот раз, и пополнится. А, это ты нажал за меня, да? Ну ладно. Да. Короче... Топливо. Желтенькое. Зелененькое это сколько ты можешь пополнить. А желтенькое это типа сколько уже по факту в баке залито. Я понял. Короче, смысл с собой тягать топливо я даже не вижу. Я его просто ну, вот да, сюда положу. Сколько влазит сюда, пхаешь и все. То есть отдельно я другое топливо просто сохранил, ну так, положил. То есть пусть будет сюда запас. 6000 влазит и 7000 в баке. Этого хватает более чем. Да, да. Но тут топливо только это идет, или еще там какое-то можно? Просто помнишь, в каких-то из старых серий... В старых версиях там уголь можно было пхать, еще какое-то. Ну, там соляриевые там руды. Я пока только этот вид топлива. Ну ладно, пусть будет так, нам же проще. Может в новых версиях, да, может какие-то еще виды там. Ну, хотя, да. Мне кажется, упростили. Может, ну да, кстати, паровозик выглядит зелененький вообще замечательно. Уже починенный, да. Как нульцевый. Просто починили Конечно. Мы этот. По заданиям нам нужно, опять же, два бриллианта каждому найти. Да. Ну, у нас по одному есть. И титановую броню. Да, так, ну что, мы полетим. Так, присаживайся на стул. Да. Да. Так. И в этой серии вот Луна исследована, метеориты. Мы так их и не увидели, но мы были только под землей. Я уверен, на поверхности там они были. Угу. То есть ну, все... и хорошо, что мы их не увидели. Да. Полностью все планеты исследовать. Пока что... Ну, знаете, пока игра еще не стала, ну, как бы полной версией уже там прям релизной, да? Да. Еще смысла нету полностью все планеты полностью обходить. Чтобы на каждой планете там... Да, потому что вам интересные штуки. Рано или поздно это надоест, потому что там будет повторяться, ж, понятное дело. Ну да, тем более, когда мы будем уже более сильными, нам слабые планеты особо нет смысла там обходить. Так что, ну, летим уже в другую звездную систему, правильно? Да, не, мы в этой же, лес нам остался. А, я уже да, хочу да. побыстрее. Да, я понял. Ну, конечно. Конечно же, все мы уже хотим в новую систему, то есть более что-то покруче полетим. Ну, ну, посмотрим, что нам эта планета. Да, просто напоследок попрощаемся, так сказать, с этой системой, пробежавшись по лесу. Может быть, в идеале, если мы найдем два бриллианта. Да. То так, это мы, можно по идее, уже. Сможем улучшить корабль наш. А, или мы, точнее, возьмем карточку для улучшения, а чтобы улучшить корабль, нам ресурсы еще нужны. Ага, ну, будем собирать. А какие ресурсы, не помнишь? Крутые, небось? Так, то, ну, вот может нам этот тот же ресурс, который для брони, там, титаны. Вот так, собираю сундучок и пока помечу. Красный лес. Высотки. Штанцы какие-то. И метательные ножи. Ну, ножи я заберу, штанцы не буду трогать. Это штанцы. Так. Ага. А, это туристы штанцы. Ну, я возьму себе штанцы. Пока что в скафандре буду ходить. Я кофе соберу. Морковку. Так, аккуратно. Так, это добрые, а вот там уже, наверное, недобрые. Смотри, какие. Ой. Я кого-то рубанул, да, по ходу доброго. Случайно. О, смотри, какая бабочка красивая. Поймал. Да. О, подожди, смотри, как я у них так. Пиу. 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 Всех валить. Пришли на дикую природу. Да. Так, дикую. Корней надо будет, да, подсобирать? О, сундучок. О, отлично, сундук. Кофе. Кирка и бинты. Ну, кирка ну, не бинты особо это нужна, хорошо. Да? Бинты это есть хорошо.
Тоже скоро будет глобальная перестройка корабля, как только будет первое улучшение. Ладнички. Ой. Ох ты. Я тоже так завтыкал. Че там, ничего нет? Я предлагаю по поверхности, может, быстро как-то пробежаться. Че ты там? Ладно, сейчас я дам быстренько еще корешков парочку срежу. Ну я тоже. И пойдем. Корешки нужны, чтобы делать бинты. Да, ну они там... То есть целебные еще... корни. Да, видите, плюсики на них. Это значит, они целебные. Даже если не будет плюсиков, а, но они корни. Все равно они целебные. Да, так, я чуть-чуть застрял головой в камнях. Не надо головой. То у тебя шлем просто сильно большой. Ты на размер больше, походу, взял. А, кстати, прикольно... Чуна. Да, круто. Короче, смотри, я были помидоры красные. Я собрал. А теперь зелененькие такие выросли, ну то есть типа еще рано. Ну так. да, зеленые. Помодоры растут. Угу. Вода вообще зачем-то нужна? Ну, там жажда тебя замучает, мы же все-таки выживаем на чужих планетах. Поэтому тоже источники воды нам полезны. Ну, особо с собой воду носить не надо, у нас есть целебная водичка с собой в рюкзаке. Я вон тоже взял. А эти оставим здесь. Так, куда там пошел? Вот, смотри, пульки медленно сейчас пойдут. Пока не долетели, ты уже расстрелял. Да, двойной... Винтовка и такая быстрая. Может ее взять. Двойной прыжок, конечно, крут. Да, помогает весьма. Вначале без этого тяжело. Поэтому стремитесь, конечно. Да, то есть явно мы уже эту... О, что-то уже интересное. Так, прячем оружие. Прячем оружие. Вы, кстати, не забывайте, что мы ищем дом. Так, да, бери себе тоже. Дома. Сахарный тростник. Я себе взял. Грибы. Ну, мы уже грибов встречали. Да. Я даже не буду грибы собирать. Ну, а я соберу. А пиксели у них стырю. Кстати, у меня 3500 пикселов. Ой, а у меня 12200. Да, значит, надо умирать нельзя. Да, категорически противопоказано. Да, то есть мне еще не так страшно. Это для сахара нам нужно тоже собирать, пригодится. Конечно, сахар просто его то покупать за пиксел, а это... Там нет ничего. И тут же может быть продавец. Угу. Собирай, короче, пикселы. Угу. Нет, впаду просто. Я там, если что, поделюсь пикселями. Ну, я понял. Так, тут аккуратно зверюха какая-то и не одна. Вот это вот сейчас агрессивный будет зверь. Резонные. А вот тот грибочек. Не, грибочки они добрые, как правило. Так, я еще один грибок срублю. Да ты он с земли собирай грибы. Да я собираю. Просто обидно, что с одного грибочка... О, семена грибов. Да, ты можешь себе грибы... Блин, раньше не было. А такие семена мне нужны. А зачем? Ты будешь грибы... Гуага, я буду грибы рассаживать. Бизнес на шампиньонах. Так, какие-то тут, я не знаю, белые грибы какие-то. Тут даже пенек оставил им, не знаю, зачем, пусть будет. Нормально. Может, вырастет. Всё, а грибы что, даже если с оружием ходишь, они только ворчат по грибному. Ну, все равно. Как-то не хочется даже, чтобы на меня ворчали. Ты чвякаешь по грибной крыше. А, ну да. Не, прикольные дома. Я надеюсь, что вот как в последнее время видно, что разработчики вообще много всего вводят, просто колоссально много всего. Если вначале, скорее всего, они тестировали и вообще, как оно там все работает, то сейчас реально видны куча нововведений. Да. И вот я надеюсь, что в ближайшем будущем просто игра, ну, не то, что неузнаваема будет, просто в лучшую сторону там
Ну, я не знаю, вот у меня, честно, я креативщик, у меня много идей просто офигенительных, вот что бы сюда добавить. Мне реально не хватит людей, которые будут это все воплощать в реальность. Да, тут добавлять и добавлять. Поле для деятельности колоссальное. Да. Собирай там шмиксили. Сейчас. Спикселить или веревки, что только не выпадает. Что это такие многоглазики всякие летают? А-а-а. Птички. Многоглазые. Да, пиксели просто... А вот это уже там. А, ну да, это интересно. Чё там? Там с этой, с карточкой технологии сундучок. Хо-хо, крутяк. Да-да, есть и такие сундучки. А, то есть уже это в каком-то из новых патчей там да, можно, да? Да, ну как... Колбасит. Новый, относительно чего новый, да. Правильно, на него иди. А ты видел, у него, как у Слоупока, на заднице этот, ракушка? Не заметил? Не обратил внимания. Покемонов кто знает? Ну, там да, есть Слоупок. Вот. И у него на заднице была ракушка. А, или это у Слоубро. Короче, я их не помню. Я помню, у кого-то на заднице была ракушка. Ракушка. Вот, смотри, у него ракушка на заднице, видишь? А, да. Какой-то и демон. Ракушный демон. С гранатомета. Ой, это что, по нам, что ли, бахнуло? Не-не, это твоя граната. Ну, я же говорю, граната по нам, да, жахнула? Ну, она ничего не... А ой, чё это был добрый? Чувак, извини. У него уже сундук вместо штанов, а ты его обстреливаешь. Сундук? Вместо штанов был. Да. Ну, он в сундуки одет. Что-то прыгает. Прикольно. Собирай там эти пока. Так, уже такая, наш прощание с этой системой идет. Все подряд собираем, все, что плохо лежит. Рыбки, кстати, вот с рыбками непонятно. А рыбки что? Ты можешь их там чипнуть и собрать филе. Из них. Ну, у этой не было. Филе. Филе рыбное. Я подсобирал тут уже всяких. Сильно надо. Кофе там. Пригодится. Зачем тортики всякие делать? Так, да. Вот еще Слоубро. И в этих версиях, кстати, вот этих баночек с пикселями, из них не только пиксели выпадают, а могут там веревки, канаты всякие там повыпадать. И... светилки какие-то. Mm-hmm. Так, что-то, ну, на поверхности тут уголь, конечно. Ты куда, по поверхности пошел? Да, я вправо пока иду. То есть, я не знаю, вот тут сундук какой-то с оружием. Я от тебя отстал чуть-чуть. Так, зелененький. А как, ты идешь, ух ты. И пропускаешь зверьё все. Да, 155, 102, а этот 156, 137. О, ну это я возьму на всякий случай, это интересно. А ну попробуем сейчас. Так. Сейчас. А ну. Ядовитый молот. Топор, вернее, двуручный. Ну, я с копьем еще не пробовал. Ходить. А ну. Видишь, еще яд, зелененькие циферки с него вылетают. То есть, чувак под действием яда. Конечно же, мне прикольнее стрелять. А мне прикольнее со щитом ходить. Ну да. Зачем с этим? А что ты исходишь, пиксели не собираешь? Да не хочу я пока их собирать. Ну, у нас их просто реально хватает. Нам их даже тратить особо-то некуда. Это надо в 3D принтер все же преобразовывать. Тоже надо будет показать. Вот я собрал целую кучу пикселей, всего лишь 12. Ну, банок поразбивало, а ну толку, да? Улетело от него, что ты их не бьёшь? Ну, я же знаю, кто там их сейчас будет бить. А, я в забор стреляю, ну ладно. Да, тут такие тростниковые плантации. Сахарный тростник нормальный. Thank you.
Вообще настроил грязи все. Заблокировал меня. Я тебе еще монстр там скинул. Ты скидывал мне через скайп монстра. Ну да. Каким монстрообменником ты пользуешься? Конечно же, скайпом. Ну да. Так, о, грибной сундучок. Так, грибная броня. Броня грибная? 7,5 брони на 20 здоровья. Сейчас я гляну. А у меня... Ну, понятно, у меня получше. Ее можно на внешний вид, но сейчас гляну. Зелененькая. Ну так, а что это было? Сундук исчез. Да. Так. Всякие монстры тут бегают. Блин, ну как приятно бегать в этом мире пиксельном все-таки. Да. Хорошо оформлено, конечно. Так, что тут дальше? О, тихо, гличи. О, деревня гличи. Так, а ну-ка, стой, сейчас я к тебе лечу. Confusion, want, manner, что-то там, что-то там. Так, ну, ребята, огород ваш теперь мой. Все мое. Новые рецепты пошли, изучились. На огороде что-то интересное нашел иногда. Так, что ты можешь, парень? Ничего ты не можешь, да? Что у тебя есть? Печка, можно готовить. Прикольный котелок. Так, ну, чувак, я вот это свистну. Прикинь, я ловил что? Бабочку, попался это, глич под руку. Я ему с очком по башке дал, и он испугался и кричит: спасите меня, спасите. Да, он чувак с булавой сейчас тебе устроит. Веселую жизнь. Ух, мечи какие, посмотри, у них жирные. Да. Так, факелы берем. Все берем. Сундук. Щиты по 115. У нас такие же? У нас, да. По с цветочками. 115. Ну ладно. То есть, если что, там есть щиты, может, тебе второй нужен? Мне вот такие вот всякие с оружием нравятся. Красивые штуки, я их себе заберу. Вот пикселы и потратим, кстати. Советую тебе это. Наверное, сундук заберу. Заберу, говорю, и ты. Он тебе упал. Так, сундук. Печка, спасибо. Извини, наковальня, извини, это извини, все конфисковано. Все конфисковано. Там в ящиках все проверил, да? Да. Так, колодец. Нам нужен колодец? Ну, там внизу. Ну, я уже забрал его. Особенно. А, ты сам этот колодец. Так, ребят, тут мирный, смотри, да? Шо? Смотри, подойди к колодцу, я сейчас хочу. К колодцу приколоться. Ну-ну. О, смотри, что там внизу. Я только воду вижу. А в самый низ не увидел. Ну, просто интересно, как это. О, курочки. Металлические? Я не знаю, какие-то странные. Ну, металлические курочки. Да? Угличи, да. Ну, не буду убивать. Пусть живут. Да, и налетят. Еще гличи обижены, что наших курочек щемить. О! Что? А вот это уже дело. Глич-кодекс, который нам по заданию понадобится. А, книжечка. Да? Да, ну, я не знал, я не собирал. Ищем еще. Если найдем еще такой, то забираем. Хорошо. Ты, кстати, все помнишь, да, что надо? Ну, да, да. Глобус тоже пригодится. Угу. Что там? Кодексы читать можно всякие. Угу. Гличевские. Ну что, у меня уже подзабит этот рюкзак. Да-да-да, у меня первое отделение полностью забито. Стоит только в деревню попасть. Ты сундук посмотри. Да, что-то там глянул уже. Книжки какие-то, библиотека. Плакат. Прикольный плакат, да, можно стырить. Повзаимствовать, я бы это так назвал. Да. Это точно, повзаимствовать. Мы его одолжили. Реквизировали. Прочитал еще какие-то пару книжечек. Так, ладно. Так.
Камни. Цветочки. Там нужны пиксели. Топоры. Люстры. То есть все это в 3D принтер пойдет на ура. Вот и пикселы пригодятся. Ну да, если что, можно будет это все потом печатать. Да. Так. Веревки, все давай. Цветочки, не знаю, надо. Ну я взял себе цветочек. Кровать из сена. Я себе котелок взял. Так, ладно. Внизу там ящики. Смотри, помидорка нарисована. Ага, была. Сено ушло. Вот эта штучка из... А, что, уже не влазит мне? Так, тихо, сейчас лишнее выкину. Что мне лишнее? Земля, понятно. Нафига мне столько земли, всякой грязи. Так, ну, два места у меня еще есть. О, что-то там... А, собрал киви и рецепт киви-джуз. Зачем? Киви-джуз. Билл-джуз. Стоги сена. Так, что тут? Звенят пиксели. Да, звон пикселов всегда приятен. Что это, туалет? У тебя есть место для туалета? Тебе нужен деревянный туалет? Ну, нормально выглядит. Не, ну в принципе, что, у меня было хобби, когда-то... У меня уже некуда просто. Одним из персонажей в этом... Старбаунти ходил и туалеты всех возможных видов собирал. Туалетный коллекционер. И чистый туалет из тюрьмы, и грязный туалет, и глический, и травяной туалет, и с лунной базой. Так, вот этот я говорил взять. Возьми себе, у тебя ж место есть. Окей, я тебе скину. Потом глич-кодекс, он нам по заданию. Смотри, кто-то лестницу. Да, да, кто-то вообще классно ее поставил. Ну, так, уже эти роботы. Печку, наковальню я себе такие уже забирал. О, я возьму большую печку, ну, наковальню. Ой, руда, хорошо. Руда, хорошо. Печка, наковальню. Я себе их уже позабирал. Все, все мое. Так, что мне тут не нужно? Короче, оставлю. Броня не нужна, выкину. Так, что это? Glitch to do list. Туду лист глический. Туду? Туду, туду, туду. Так. Туду, туду, туду. Так, прочитали. Чувак спит. Ты сундук глянул, да? А, еще щит. Так, а ну-ка. Нет новых рецептов. А, ой, есть новые рецепты. О, вот такая печка нужна. Да, забирай. Котелок я не помню. Я себе взял один красивый тоже. Я походу два взял. О, эти штуки для пыток. Я их брать. Ух, смотри, там динозавр какой-то. А, это местный добрый динозавр. Думаешь? Угу. Привет, динозавр. Это динозавр, смотри, нос у него какой, на глаза злые. Смотри, как смотрит. Сейчас, подожди, мне надо собрать, что-то выкинуть, чтобы собрать эту фигню. Сейчас. Может, щиты? Да, один щит выкинуть нафиг. И опять ты собрал. Что ты будешь делать? Вот это кругляшку из сена, пусть у тебя лежит, не выкидывай, мне нужна хотя бы одна. Ну я дал мне 5 штук тебе скину. Я просто уже третий раз ее выбиваю, она мне не влазит, и я освобождаю, когда освободил, уже нет, уже ее нет. Бывает. Так, сиди подсоберем. Так. Просто расхитители гличевских деревни. Mm-hmm. Ну тоже, видишь, эта деревня далековато от респауна. Mm-hmm. То есть это либо в патче уже с телепортами можно будет все поделать. Либо искать там, где будет по-ближнему все. Я схожу на горку наверх, залезу. Отмечу, что мы здесь были. Mm-hmm. Так, опять тут эти... С горы все видно. Нехорошие. Редиски. Сундучок,
какой-то. Это так, руда. Так, у нас уже, мне кажется, серия-то подзатянулась с глической этой деревней. Да, ну сейчас. Думаю, в следующей серии уже да обследуем. Да, ну в принципе мы, по-моему, ее и так обследовали. Я думаю, ничего мы тут нового не увидим. Мы ну, две, главное, мы два селения нашли. Это уже хорошо. Так что, в принципе, на этой вечерней такой ноте хорошей мы благополучно заканчиваем. И в следующей серии обязательно не пропустите. Мы полетим в новую систему. Смотри, я уже полетел. Угу. Так, убивай птицу, пока это я рассказываю. Да. Так. Что, куда ты улетел? А, смотри, это тут... А, все, я понял. А я же не пойму. Думал, ты уже телепортировался. Раз обратно такой. Что за фигня? Ладно, ребят, еще раз спасибо за просмотр. Приходите еще. Кому понравилось, не забывайте ставить лайки. Подписываться на канал, чтобы ничего не пропустить. Быть в курсе самых свежих, хороших серий. Оставайтесь такими же позитивными, прикольными ребятами и девчонками. Вот. И увидимся. Все, пока. Пока. Монстертолог колбасит.